В воскресенье в Самарской области небо будет пасмурным, осадки в виде снега. Температура воздуха днем от минус 2 до 0, ночью минус 1, минус 3 градуса. Ветер преимущественно юго-восточного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, выпадет снег, днем минус 1, ночью также минус 1 градус. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, температура воздуха днем минус 1 градус, ночью минус 2. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем минус 2 градуса, ночью минус 3. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.